Привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом новенького салата с капустой и помидорами. Рецепт привезла с поездки. Специально поискала рецепт в интернете, подобного не нашла и решила поделиться с вами. Салат получается вкусный, готовится очень просто. Итак, приступаем. Свежую капусту 300 грамм нашинкуем мелкой соломкой. Натрем на крупной терке 200 грамм ветчины и 3 отварных яйца. В миску кладем нашинкованную капусту. Слегка подсаливаем и мнем, не сильно. Добавляем ветчину и яйца. Заправляем майонезом, в который я предварительно добавила 2 зубчика чеснока и перемешала. Пробуем на соль, если нужно, добавляем. Перекладываем в салатник. Свежие помидоры 3 штуки порежем кубиками. Если помидоры сочные, уберите семенную коробочку. Кладем на капусту и сверху смазываем слегка майонезом. Посыпаем сухариками. Я готовлю сухарики сама. Нарезаю батон 300 грамм кубиками, кладу на противень и ставлю в духовку. При 180 градусах подсушиваю 5 минут. За это время подготовим заправку. У меня сегодня сухарики со вкусом хрена. В миску наливаем 2 столовые ложки растительного масла, добавляем 2 столовые ложки хрена, 1/3 чайной ложки соли, 1 зубчик чеснока и перемешиваем. Слегка подсушенные сухарики вынимаем из духовки, перекладываем в мешочек. Добавляем хрен с чесноком и перемешиваем. Кладем обратно на противень и ставим в духовку еще на минут 10 при 180 градусах или ориентируйтесь по своей духовке. Сверху на помидоры кладем сухарики и посыпаем по желанию зеленью. Салат готов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!